В ночь с 29 на 30 января по улице Советская, 47, в микрорайоне Глинки произошла авария на водопроводной колонке. Все бы ничего, если бы ледяная вода не залила территорию близстоящего дома. От проникновения воды внутрь жильцов спас высокий фундамент. Утром пошли детей провожать в школу, нам ворота не открыть. Застыло все, все водой залилось, все застыло. Ладно, запасные есть ворота, вышли. Давай возьми, звонить водоканал. Водоканал? Три раза, наверное, я позвонила. Никто с места не шевелился. Говорит, у нас в 5-м микрорайоне там авария, там нужнее. Устранением проблемы должен заниматься Курганский водный союз. Городская водопроводная сеть взята акционерным обществом на обслуживание у муниципалитета на длительный срок. А значит, за все ответственны именно здесь. Авария произошла на фасонной части водоразборной колонки из-за ее перемерзания. Разорвала эжектор. Водоснабжение мы перекрыли. 31 числа авария была устранена, колонка приведена в работоспособное состояние. Причинам возникновения здесь несколько, конечно, это промерзание грунта уже в настоящий момент более 2 метров. И, возможно, конечно, субъективные факторы – это правила пользования колонками. Проще говоря, как говорит специалист Водного союза, в разрыве стволов колонок виноваты и сами люди. Не вовремя отпускают рычаг. Вода остается в стволе, замерзает и разрывает его изнутри. Нужно дождаться так называемого хрипа, что свидетельствует о полном спуске воды. Люди жаловались и на то, что подобные аварии происходят часто, а водопроводная сеть ветхая. К слову, ее протяженность в микрорайоне около 12 километров. Комментарий Водного союза. Сейчас, в настоящий момент, в микрорайоне Глинки, с точки зрения водопроводных сетей, один из, мы бы считали, благополучных, потому что 90% сетей в настоящий момент там поменено. Ну, за последние 2 года, по статистике, которая у нас ведется, 8 аварийных ситуаций происходило. То есть мы, конечно, пытаемся их своевременно устранять. По официальным данным, в микрорайоне это первая авария на водопроводных колонках в 2017 году. Ни о каких массовых поломках и тем более игнорировании жителей не идет и речи, сказали нам в Курганском водном союзе. Алексей Старцев, Александр Киселев, Андрей Бахарев, информационное агентство «Курган.ру».